Пинг-понг 3D, да? Код скините, да? Угу. Координату в начало, да? А Y-ка нету, да? Y-ка нету? Стрелками, да, получается? Стрелками. Только налево направо. Тут два человека могут играть. А, ну здесь вообще очень легко организуется тогда управление. Просто получается написать в этих прямоугольных скобках, кавычках и все, да? А вот в других системах, чтобы такое управление делать, там кучу кода надо писать. Очень здесь проще, да? Ага. Она подключается на Sigway. В целом это по столу идет, то есть когда есть выход до 10. До 10 баллов играется. До 10 очков. И здесь функция есть. Потом идет приложение, да? Приложение, да. Приложение идет. Здесь то, что я поменял цвет этого, до этого здесь был желтый, я поменял серый. И название игроков. Арсен, а именно, Владимир, наш Владимир. И здесь этот текст, да, нажмите S, чтобы начать. И вот как-то запускаем. Запускаем. И покатили. Арсенскую бегу. Управление. Да, кнопку S нажали. Я знаю, что баг. Ну, это хорошо. Вообще, баг это же не смерть, да. Так. А где вот код, что S нужно нажимать? Может быть, просто сразу начнем? Не нажимая S, а? Можно, получается, еще много этих привязать, да? Кнопок. Просто какое-то действие показывай в этом цикле и в квадратных скобках, и в кавычках название действия, да? Вообще легко тогда получается, да? Да, надо ковыряться. Вот функция update получается, да? Также можно внимание на чтение.
может конкретно выбирать. Слева и справа, Ладно, давайте код в студию. Kill it. Под зумом тоже может немножко.